последней строчке. План. Да, это... Я вторую не узнаю. Это же джа, а вот это вот... Оно не квадратное. Тха? Нет? Кружочек был, да. Да-да-да, сейчас. Это я? Так. Чая? Чья, вот. Чья. Два? Так, вот то же самое, только ле впереди. Лия. Лма. Ой, вот эта запятая впереди, это что такое? Это не. Нра. Это не нра. Нтра? Нтра? А вообще у нас подсказывают или нет? Какие правила? А мне всегда все подсказывают. Люди, знаете об этом? Конечно! Время так. Нтя, да? Нет? Нта. А мне продолжать вверх? Так же. Ща. Бья. Мпа. Мпа. Да? Мна. Нтха. Тпа. На. И стха. Так, вья, я, ма, хья, ма, бхья, гбха, гна, гдха, гда. Ну, никого не было. Вы троих назвали. Да. Дга. Дга. Потом у нас идет шта. Потом идет, значит, ш. Два. Так, потом идет
бда. Вот. Так, вот это вот я памятовал. Джня, джня. Да, джня. Так. Чья. Дана. Гхна. Гхна. Так. Свья. Свья. Рвья. Так, что это такое? В. Ха? Ха. Хья. Ха. Хья. Хья. Да. Да. Марс Юрьевич, а работает микрофон, вообще не понимаю. А вот, я вообще не понимаю, где вы читаете. Я вот сижу, как барана новые ворота смотрю. Марсис Юрьевич, можно вопрос? А вот эта вторая строчка, вот то, что сейчас читали, вот получается, во второй строчке последняя буква. Я тоже вот не поняла, как Давид последнюю прочитал. Да. Кхя. А где? Кхя. А второй вот этот кружочек, это что? Да. А, все понятно. Угу. Все, это кха уже тогда вместе с я. Ну да, то есть просто без вот этой палубы, да, или как мы это называем? А последнее, а вот на этой строчке последнее. Не, ну вот самое последнее. Ну, первую, которую Давид первую прочитал. Которую нет. Давид первую прочитал, да. Я ее не вижу. Вообще ее не вижу. А, все. Гна, да, правильно? Сначала Д читаем, а потом Г, да? А потом Г. А, все, теперь понятно. То есть она немножко, можно немножко растягивать, да? Угу. Спасибо. Тхья. Тья. Тмья. Кхма. Кхна. Кша. Ква. А вторая еще, вот предпоследняя еще раз, как она? Хта, да? Хта? Ну, последняя, предпоследняя, которую прочитала Наталья. Да. Да. Кша. Кша. Кэша. Кша.